от банка лопнул. Мама против того, чтобы я пробила себе язык. Реклама чистого дома. Пошла просто на концерт. Аля Улю. Всем привет! Вы на канале Полины и Милены. Сейчас в Херсоне очень холодно. А мы с мамой идем сейчас в банк. Мама, потом куда дальше мы пойдем? Не знаю, никуда, домой. А что, пойдем пробьем мне язык? Куда? Язык пробьем. Какой язык? Мне. Зачем? Ну не знаю, просто чтобы трэш был на моем видео какое-то. Не надо никакого языка. Мама против того, чтобы я пробила себе язык. Ну ничего. Вот. Реклама чистого дома. Бесплатная. Никому, я машу себя в камеру сама с собой. Да, это такая работа, с самим собой разговариваю. Понятно. Так что, кстати, в нашей группе, ну, в группе ВКонтакте проходит конкурс. Чтобы в нем участвовать, вам надо подписаться на наш канал и сделать репост записи. Так что дерзайте, приз будет книжка и вкусняшка. Кстати, недавно в Ютубе я нашла очень крутой канал, крутой девушки, которая любит экспериментировать со своей внешностью, называется Wolfkate. Кстати, подписывайтесь на ее канал, девочка тоже из Херсона и снимает отличные влоги хорошего качества, вот. Так что подписывайтесь на ее канал. Кстати, недавно в городе Херсоне был концерт группы «Пары нормальных», на который я выиграла билет. Видео уже есть на моем канале, как я выиграла этот билет. Вот. И пошла просто на концерт, а жаль, просто было не с кем. Я думаю, что этот концерт был достаточно ярким, такой зажигательным. Если кто-то был, и кто-то смотрит мои видео, те, кто был на этом концерте, отпишитесь, напишите в комментарии, как вам этот концерт. Очень хотела бы узнать. Перешли в банк, а банк закрыт. Вот. Все люди толпятся. Сейчас мама пошла узнать, почему закрыт же банк. Вот. А что, банк? Он уже лопнул. Типа банк лопнул? Ну, еще да, она мне сказала, еще на той неделе. Ого. А что, как нам перевести, из какого банка? Сейчас, секунду. Новость. Мама, новость надо записать. Вы знали, что приватбанк лопнул? Да-да-да-да. Вон да. Очередь люди снимают деньги. Видите, все какие люди хаотично снимают деньги, уже все. Приватбанка больше нет. Аля Улю. Досвидос и обнимос. Приняли с мамой решение пойти в другой банк, в Альфа-банк. Вот. Кстати, вы видели уже херсонскую новогоднюю елочку? Ее уже достроили. Смотрите, какая ляпота. Идем в банк. Повезло. Они не занимаются такими платежами. Ну как они занимаются? Надо быть просто клиентом этого банка, когда вам будет оказана эта услуга. А мы не клиенты, так что идем в какой мы банк? А банк. Трачу свое время и здоровье. Вот так вот. Уже почти подошли. Уже почти подошли к нашему. Не к нашему, а к банку, где мы платим вашу услугу. Вот. Банк. Зеленый свет. Идем быстрее. Не надо. Что не надо? Только загорелся. Подождем. Я не спешу. Не вижу смысла спешить, если он еще раз появится, этот зеленый цвет. Вот так вот. Стоим. Ждем. Огромнейшее здание. Никогда тут не была раньше.
лямну. Снимать не буду. Все, решили с мамой, короче, никуда не идти, не платить. Завтра все сделаем с этими банками. Везде у них тут, блин, обеды. Ну, домой. Чао, бомбина. Не забывайте про конкурс, который проходит в группе ВКонтакте. Получите отличную книгу и вкусняшку.